Мы начинаем свой тур с города Ханты-Мансийска. Ханты-Мансийск – это город контрастов. Здесь вы точно найдете свое вдохновение. Вертолет – это, конечно, всегда отдельный аттракцион. Каждый раз виды абсолютно другие, и здесь они просто шикарные. Получить наслаждение от природы, побыть наедине с собой, проверить свои физические силы. Неройка, вот она, 1645 метров. Вот сейчас спустимся, поднимемся, до хребта дойдем. Дальше предстоит восходить по достаточно крутому рельефу. На самом деле это было страшно, честно. Реально какая-то арктическая пустыня, стоим в снегу, хотя внизу было реально жарко. Потрясающие виды, когда открываются и на европейскую часть России, и на азиатскую. Наблюдать такое действительно круто, и это запомнится на всю жизнь. Очень необычно видятся всякие формы, птицы и летучие мыши. Вообще не похоже на сосульки или ледышки. Сила Югры в том, что супер разные вещи можно увидеть достаточно близко. Это было очень живописно, как будто бы, не знаю, ты в какой-нибудь Швейцарии, в Альпах или где-то на Алтае. Мне было интересно посмотреть действительно наш край, он такой большой. Неройка – это владыка этих мест. То есть обязательно, если человек впервые приехал сюда, надо проявить дань уважения горе. Зарядиться этой энергией, подышать этим воздухом, почувствовать силу притяжение и силу места Неройки и обязательно загадать здесь желание. Эмоции непередаваемые, конечно. Это нужно все переосмыслить и потом сказать: «Вау!»